Обратил внимание на то, что самые злые комментарии под моими видео оставляют как раз не женщины, а персонажи с мужскими никами. Почему женщины меня не любят, это совершенно понятно. Я им обламываю работу. Разводят они потихонечку лохов, ну то есть оленей. И тут такой появляюсь я и говорю: слышь, да тебе фуфло втюхивают. Не стоит эта баба столько, сколько она за себя просит. И женщины несут прямые материальные убытки. Ну а эти-то комментаторы под мужскими никами, почему они так и норовят забодать меня своими рогами через монитор? Вот живет такой боевой олень. Терпит все от своей бабы, жрет говно. И вдруг появляется на ютубе кто-то, кто рассказывает, что, оказывается, можно жить по-другому. Его первая реакция: ты чего, самый умный? Не хочешь жрать говно так же, как жру его я? Да, я не хочу жрать говно. Так же, как не хотят жрать говно многие другие мужчины, которые благодарят меня за то, что я рассказываю на своем канале. А если кто-то из таких боевых оленей требует от меня к себе уважения, то пускай он сначала объяснит, за что я его, говноеда, должен уважать.